это еще не все. Это обманка. Я даже какое-то легкое разочарование испытал, когда забрался. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в игру A Difficult Game About Climbing. Черт бы и побрал. Надеюсь, сегодня она нас не будет бесить так сильно. Мы с вами прошли уже, мне кажется, самое страшное, самое сложное. Осталось всего ничего. Мне кажется, мы уже даже где-то там в конце. Где-то мы уже подошли к финалу. Я чувствую. Сто пудов. Лед, конечно же, скользкий, да. Это ничего удивительного. Естественно, тут будет скользкий лед, так как мы в ледяной пещере. Ой. Ой, я уже вижу, что нам подготовили здесь. Так, мы не дотянемся, блин. Хорошо, но здесь мы спокойно прыгнем в воду. Спокойно прыгнем в воду, конечно же. Но я приличное время дал себе, чтобы отдохнуть от игры, чтобы забыть, как в нее играть. Нет, конечно же, не забыть, а просто чуть-чуть нервишки успокоить, которые шалят. Почему он сейчас скачал? Я что-то не понял. Я же вроде зацепился за снежок. Но снежок, наверное, не самое надежное, за что нужно цепляться. Ладно, как мы там делаем? Вот так. Все. Изи! Ничего сложного. Так легко. А игра может быть чуть посложнее, пожалуйста? О, да мы легко достаем здесь. Видали? Достал, не парился. Даже не испугался. Ну ладно, здесь мы, может быть, не достанем сразу. Ладно. Здесь надо чуть-чуть повыше схватиться. Но, слушайте, а мы туда можем упасть, если вдруг что? Но мы-то туда не упадем, нет таких планов. Блин, я не удивлюсь, если сейчас просто будет концовка. И я зря закончил выпуск тогда на той пещере. Стоп, смотрите, мы зацепились. Это как на той бетонной... А, ой. Тихо, перестань. Оп. Ой, чуть не упал. Стоп, что ж ты хочешь? Во! Как спидранер прям. Оп! Блин, я так не умею. Я умею так случайно. Блин, он соскальзывает, видите? Оп! То есть я-то могу цепляться иногда почему-то. А почему-то иногда не могу. Хорошо, попробуем вот так вот. Вот так. О, блин, нет, так лучше не пробовать. Я не могу. Это нереально. Здесь нечего делать. Хорошо, может быть, здесь более цепкое место. Чего? Чего вы хотите мне сказать? Что это считается реалистичным? Слушайте, как я... Ну, то есть, если я могу где-то зафиксироваться случайно... Слушайте, может быть, он хочет, чтобы я вот так вот раскачался? Как жалко я выгляжу сейчас. Ладно, придется сделать это еще раз. Блин, кажется, что-то реально сложно начинается. Я попросил, чтобы игра стала сложнее, я беру свои слова обратно. Пожалуйста, дидада. Кому это надо, эта сложность? Мы же хотим на расслабоне. Кстати говоря, может быть, он не хочет, чтобы я наверх пополз? Может быть, там... Я просто сейчас скатывался вниз и видел другие цепкие места. Может быть, мне нужно вниз? Хорошо, мы здесь снова. Давайте попробуем ниже спуститься, посмотреть. А вот еще приглянется нам. Смотрите, я вижу там проход какой-то. Снова провал. Но так ли на самом деле страшно оступиться? Жизнь научила меня тому, что страшно не попробовать. Ведь в каждом человеке сокрыт потенциал. Чем раньше начинаешь действовать, тем ярче он раскрывается. И при этом начать никогда не поздно. Какую бы ты вершину для себя не определил, пора действовать. Хочешь залезть на гору? Тренируйся. Стать музыкантом? Практикуйся. Управлять разными проектами? Получай современное и практичное высшее образование в престижном вузе из любой точки мира. Речь идет про онлайн-бакалавриат под названием «Проектный менеджмент» от Российского государственного гуманитарного университета «Инотологии». Обучение очное, при этом полностью онлайн. РГГУ – один из ведущих российских научно-образовательных центров по гуманитарным, социальным и информационным наукам. «Инотология» – это образовательная платформа, которая уже 13 лет обучает онлайн. И сейчас самое лучшее время начать. Ведь за прошлый год спрос в секторе проектных менеджеров вырос на 61%. Специалисты востребованы в промышленности, IT, культуре и искусстве и других областях. А в вакансиях указывают вот такие зарплаты. И это далеко не предел. Главное — набираться опыта с горящими глазами и великими амбициями. Вас ждут современные инструменты и технологии. Изучите цифровой маркетинг, ИИ, язык программирования Python. Разберетесь в методах управления проектами. Всему научат эксперты из отрасли. Будет много практики, стажировки и хакатоны, что поможет вам собрать собственное портфолио. А во время обучения предоставляются все студенческие льготы, в том числе и образовательный кредит, с которым учеба будет стоить от 225 рублей в месяц. Прием документов откроется 20 июня, но оставить заявку и получить консультацию можно уже сейчас. Для этого сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании под видео. Меня не остановить. Я доберусь до вершины. Так, у меня перестало получаться прыгать почему-то. Да что такое? Во! Все, спасибо. Я-то умею это делать.
Не знаю, просто чел, возможно, забыл, как это делается. Все мозги и пальцы отморозил в этой ледяной пещере и забыл, и не может. Беспомощный кусочек дерьмца он. Но я не бомблю, это я так, ласково, по-дружески. Раз мы такие хорошие друзья, так почему бы тебе, чувак, не начать нормально все делать, а? Было бы здорово. Ладно, давайте попробуем так себя раскачать, как только можем. Слушайте, походу нам все-таки вниз надо. Нам вниз нужно зацепиться за ту, которую мы только что видели. Как за нее зацепиться, никто не знает. Даже разраб. Блин. Все-таки радует тот факт, что отсюда мы уже точно никуда не упадем. Но, будь я на месте разрабы, и я знаю стилистику таких игр, я бы сделал где-нибудь там наверху некое местечко. Некое местечко, которое заставит тебя упасть в самое начало игры. Ну, чисто поржать. Я помню, что в Getting Over It я не попался на змейку. А может, и попался. И чтобы посмотреть на это, вы должны заценить этот видос. Он там, внизу будет, или вот здесь. Короче, я к тому, что меня не проведешь всякими тупыми уловками, дешевыми трюками. Хорошо. Судя по всему, надо куда-то вот сюда. Вот, почти зацепился, почти. Я правильно сделал. И надо не лететь вниз, а сразу цепляться нормально так за лед, чтобы медленно катиться. Я, если честно, не отмерил взглядом, где конкретно находится эта штука. Давайте попробуем вот так вот. Аккуратненько, аккуратненько. Тихо. Она находится вот здесь. Оп, есть, есть, технично, грамотно. Вот это я молодец. Нашел нормальную дорогу. Да, 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 это правильно. О! Тихо. Чувствую продвижение. Зацепился? Зацепился. Ага. Ладно, ненадолго мы здесь стряли. Я думал, что это конец. Я думал, что мне придется реально учиться карабкаться по льду. У-у-у, интересно. Оп, легко. Игру, пожалуйста, сложнее чуть сделайте, а то что-то совсем легко. Так, ну здесь просто выпад на самом деле. Надо просто сделать нормальный выпад. Что мы умеем? Что Евгений давно, давно прошарил, но почему-то всрал. Ладно, не, это нормально. Здесь можно ухватиться. Вот так. Вот так. Вот так. Получше просто давай прыгнем в этот раз, окей? Ну ладно. Тоже неплохо, тоже неплохо. Кстати говоря, это выигрыш. Выигрышный прыжок, блин. Так, нужен еще один выигрышный прыжок, судя по всему. Я же правильно понимаю, что ну, здесь никак. Да. О, так, ладно. Дерьмо, 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 дерьмо. Невелика потеря. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Невелика потеря. Невелика потеря. Оп. Оп. Оп, 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 оп. Держись, держись, держись. Что сказал тебе? Ну ладно, мы должны провернуть это еще раз. Тихо, 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 тихо. Погодите. Блин, как это тот раз получилось сделать, не понимаю. Я знаю как, не было ожиданий. Всегда мне говорили, там где ожидания, там разочарование. Ничего не жди, просто действуй по наитию, спокойно. Да, вот так, спокойно. Терпишь маленькие поражения. И в то же время бывают маленькие победы. Все балансируется. Ладно, так, здесь надо как-то так. О-о-о, проскользнул. Мне кажется, ли тряпочка на попке чувака пожелтела изрядно? Или это на фоне голубых льдов, так кажется? Возможно. Ты чем вообще занимался, чувак, пока меня не было в игре, а? Ты же в воде, ты мог бы простернуть уже свою повязочку. На людях так некрасиво показываться. И не смотри на то, что я в желтой футболке. Это ее задуманный цвет. Ладно. Мы это делали вот так. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Хорошо, прыгаем, прыгаем, пытаемся, прыгаем, стараемся. Плохо старался, плохо старался. Не вини никого, кроме себя. Это я тебе, мужик, говорю. Я-то здесь ни при чем, как я уже говорил 100 раз. Блин. Стоп, почти встал на ноги. Он почти встал на ноги, он почти научился ходить, но потом тут же разучился. А это значит, что, возможно, в этой игре есть встроенный искусственный интеллект, который самообучается.
А значит, через какое-то время он научится ходить и просто пойдет домой. Не будет этой хренью заниматься. Так, давай, в сторону. Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так почему? Почему? Зацепился за камень. Молодец, но не за тот. Блин! Опять не за тот камень, мужик. По-моему, я делал в прошлый раз. Это очень мягко. Я зацепился. Пожалуйста, тормозни. Он будет здесь раскачиваться или нет? Я не знаю. Ой, как соскальзывает. Давай. Чуть-чуть не хватило, блин. Тебе смешно там? Сто пудов. Я не вижу его лица, но сто пудов он такой так. Угорает надо мной. Да что такое? Ну что? Опять ты не за тот камень цепляешь. Чем он тебе так понравился? Оп. О боже мой, тормози. О боже мой. Я еще надеялся как-то вырулить из этого положения. Вот это я самоуверенный, конечно же. Оп! Extremely good. Extremely good. Есть! Вот! Хотел не торопиться, но поторопился и получилось. Иногда лучше и поспешить. Ладненько, наконец-таки мы здесь. Вот и часть фрустрации заставляет именно вот сюда добраться. Чтобы снова попытать счастье, попытать скилл. Так, ладно, как же мы здесь должны будем делать... Есть! Стой! Все! О, хорошо, что не стал дергать. Мне так захотелось дернуть резко мышкой, вы не представляете. Но я как-то пересилил себя. Ладно, вот здесь я раскачивался двумя руками, но это лучше, мне кажется, здесь сделать одной и делать вот такой выпад. Коснулся воды. Мы больше воды не касаемся. Все, что касается водички, нас не касается. За пиксель схватился. Хорошо, как ты это сделал там? В сторону. Блин, не хватает ни места, ни рук, ни пальцев, ни мышек, ни чит-кодов, ничего. Ты что-то плюхаешься это в воду. Ну что ты там забыл в ней? И плюхайся в воду. Вот именно добираться до туда каждый раз. Это ничего сложного, но так бесит. Оп! Надо было раньше тормозить начать. Ну хорошо. Первое, чему мы научились, это четко себя бросать в сторону того камня, за который нужно зацепиться. Теперь надо научиться четко тормозить. Кстати говоря, торможение, мне кажется, вообще не зависит от мастерства игрока. Тут какие-то участки льда очень цепкие, какие-то очень скользкие. И вообще непонятно, как это работает. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, мой друг, сраный друг. Ну-ка. Рот на моем лице в другую сторону начинает куда-то отъезжать. Это я так политкорректно ругаюсь. Просто молчу. Сдерживаю. Я все-таки джентльмен. А джентльмены не ругаются. Они не распыляются на всякие мелочи. Это была мелочь, на которой я не буду распыляться. Знаешь, друг мой, из мелочей складывается большая, огромная куча говна. Джентльмен уже не может сдерживать этот поток брани. Латину вот-вот прорвет, друг мой. Не рискуй, пожалуйста. Даже его потуги меня раздражают. Я понимаю, что он старается. Он поэтому и кричит, потому что он пытается держаться. Такой, Жень, я стараюсь, как могу. Ну, сука, ты бесишь меня. Любой твой вопль. Спасибо, ты умница. Просто подними свою тряпочку. И я поцелую тебя прямо в попку. Уже заслужил, вот сейчас заслужил, реально. Красава. Просто умница, альфа-самец. Девчонки таких любят. О, пожалуйста. Не надо, таких не любят, которые фейлятся у всех на глазах. Между прочим, мне за тебя отвечать. Я своим именем отвечаю за твои косяки. Все же смотрят на меня и такие, ха-ха, Женек, фейлится. Нет. Смотрите, как медленно соскальзывает. Ладно, здесь мы не упадем. Все, отлично, это отлично. Мы знаем, что мы тут можем зацепиться. Уцепился? Умница. Ой-ой-ой. Хорошо, нам лучше вот этот просто схватить. Вот так.
Да, не надо ничего там пытаться мудрить. Кстати, мы опять здесь. Попробуем вверх себя пульнуть. Вот так! Вверх себя надо было пулять. Че я себя мечу на этот камень, когда надо просто вверх. Траекторию надо просчитывать. Окей, как куда? Вот, налево я вижу, налево. О, молодцы, мы продвинулись, мы видим прогресс. Знаете, сколько времени реально прошло? 30 минут. С того момента, как я начал записывать этот ролик. 30 минут. Вот это что было? Что это было сейчас, что? 30 минут! Ты слышал, урод? 30 минут! Я это делал все. Чтобы что, вот так вот все просрать? 30 минут были зря? Были зря. Конечно же, не были они зря. Потому что мы научились. Мы скилл приобрели. Нам теперь только добраться до места... Научиться нормально говорить, и будет все хорошо. Потому что любые фейлы мы сможем скрасить очень остроумными шутками. Шутки! Вот мой конек. А не лазить где-то там по горам. Оп. Лазится. Оп. Тихо. Умница. С первого раза. Ты радуешь меня. Ты радуешь меня, чел. Мы вернулись. Мы вернулись. Тут вообще осталось просто изич. Самый изи. Так, надо убедиться, что я схватился, а потом уже отпускать вторую руку. Нет. Вот это я что-то страшное делаю. Ой, блин. Не путай руки. Повезло, что не сорвался. Какого дьявола? Не схватил. Как он проскользнул, почему? За что ты там ухватился, что проскользнул? Все? Есть сцепка. Окей. От! Легко. Помните, что мы тут делали? Вот так. Ну все, это очень легкий прыжок, самый легкий из всех. Здесь на самом деле тоже легко, просто я, наверное, я поторопился. Вот, убедились, что схватились? Резко, только не дергай мышкой, пожалуйста. Это я уже себе говорю. Ты продолжай ползти и держаться. Вот, смотрите, вот это чё за кал они тут мутят нам. Ладно. Не страшно. Так. Ледяная грёбаная пещера. Что ты еще хочешь? От! С первого раза, потому что усвоил урок. Усвоил тактику, технику. Спасибо. Спасибо, что усвоил. Нет, не цепится. Здесь он не хочет цепаться. Нет, стоп. Сильно не отпускай. Сильно нельзя отпускать руку, чтобы он вот прям вниз внезапно не начал его тянуть гравитация. Гравитация наш враг здесь. Но если говорить про твою повязку, гравитация твой друг, она прикрывает. Прикрывает твое достоинство, которое, если ты, конечно же, не победишь сегодня для меня... Очень маленькая будет. Понял? Я всем скажу, я пущу слух. Смотрите, у нас есть налево и направо. Давайте пойдем направо, потому что налево кажется что-то ужасным, ужасающим. Зацепился? Уже снег. Уже прям чуваку холодно. Почему-то пока мы просто были в ледяной пещере, не было ощущения холода. Но теперь как будто прям поддувает мне вот... Вот так. Слушайте, а мы правильно вообще ползем? Куда нас ведет? Опа. А чем вот это? Что? Опа! Интересно. Хорошо. Он хочет, чтобы туда себя швырнули. Блин! Есть! Какая красота! Какой ты молодец! Смотрите, с первого раза идем. Я, кажется, победил в эту игру. И разве что там не будет что-то еще. Но гора сужается. Все больше сужается. Надо еще, чтобы камешки становились все меньше и меньше. Опа, снег. Прошел, непогода прошла, и теперь солнышко снова выглянуло. Урод. И пошла вьюга, да, потому что фейлишь. Нам нужно наверх. Хочу увидеть яркое солнце. Я правильно вообще лезу? Да что ты делаешь? И опять снег пошел. Тот, кто управляет снегом, такой, да ты задолбал. Евгений, ползи уже вверх. Стоп, а можешь вот сюда вот так сделать проще? Зачем я еще в ту сторону ползу? Бессмыслица какая-то. Нонсенс. Чё? Я рад, что ты пришел. Это конец? За 36 минут? Стоп. Я победил? Я победил. Давайте еще раз. Бам.
Подожди, я корону получил, нифига. Погодите, это что, все? Я не верю. Полезли выше. Это еще не все. Погодите, это еще не все. Мне не хватило какой-то кульминации, не знаю. Это еще не все. Это обманка. Облака. Облака цепкие. И куда меня еще там понесет сейчас? Я даже какое-то легкое разочарование испытал, когда забрался. Помните, я сказал про разочарование? Оно тут вот сейчас. Вот сейчас я его испытываю. Я думаю, как и вы вместе со мной. Черт. Теперь я такой думаю, да, лучше бы, чтобы игра закончилась, потому что я бы закончил запись видоса. Блин. Как это было сейчас омерзительно тупо. Ладно. Мы размялись, мы научились. Что это было? Ну хорошо же прыгнул. Не, реально хорошо прыгнул. Этого не отнять, но вот зацепился плохо. Однако, чувак, есть повод порадоваться. У тебя шикарная корона на голове теперь. Можешь хвастаться перед всеми. Смотрите, какая корона у меня. Только хвастаться вот тебе не перед кем. Слушайте, такое ощущение, как будто это король ночи. Это зарождение короля ночи. Он идет за своей силой, чтобы потом собрать армию мертвецов. Нет, 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 чувак. Нет. Так тебя ждет только позор. Ты не король ночи, ты позор ночи. Позорно очень. Вот такие шуточки я вам обещал сегодня. Не, а чё, я люблю игру слов. Каламбур — это классно. Это смешной юмор. Лучший, это превышающий юмор. Ладно, нам нужно превысить снова, конечно же. Оп. Оп. Чё-то сильно закрутил себя, да, неправильно сделал. Это моя вина, только моя. Так, мне кажется, что здесь у меня ничего не получится. Эта ошибка, которая была на облачке, стоила мне еще полчаса. Я тут до сих пор ковыряюсь с абсолютно мертвым лицом. Пожалуйста, блин, не хватило, надо было... Мне стола не хватает, чтобы правее руку выкинуть. Пожалуйста. Ой, ой, что-то скользко, ой, что-то скользко. Странно, странно, странно. Такого не было. Господи, я уже на базовой галимой хрени запарываюсь. Хотя это я преувеличиваю, это все-таки сложное место. Но я уже настолько верю в себя, что для меня это база. Вот это база реально. О, смотрите, смотрите, он встал. Я же говорил, что он научится ходить. Я научился ходить. Смотри. Я все еще могу ходить? Нет, не могу ходить. Он постоял какое-то время, нифига себе. Вот этого никто еще в игре 100 пудов не делал. Я научил чувака ходить. За это только лайк можно мне влепить. А, не фейлился. Лайк не будут ставить. И, конечно, все хорошо, но, чувак, мы тут не уходить учиться собрались. У нас тут дело есть. Мертвое лицо у Евгения. Все дело в том, что мне нужен позитивный настрой. Позитивный настрой. Вот такой. Дави улыбку, мразь. Может быть, из-за короны он стал весить больше? Я не знаю, у меня нет предположений. У меня нет логических обоснований как-то объяснить свои провалы. Я очень хочу, потому что не хочется быть виноватым. Признавать свою никчемность никому не нравится. Пожалуйста, так, начинайте. Аккуратнее, аккуратнее. Оп. Блин, я не понимаю уже, как я это сделал тогда. Как же я это, черт подери, сделал? Давайте пока далеко не уползли, попробуем. Вот я схватился. Оп. 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 Вот так. Все, 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 отличная идея. Мы можем все-таки направлять себя чуть-чуть. Тогда я не буду прыгать. Я буду медленно, контролируемо скатываться. Давайте сейчас проверим, как я это сделаю. Что ж, ты готов медленно, контролируемо скатываться? А? Оп. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да блин, места не хватает просто, мне места не хватает. Я понял, что надо сделать. Мы начнем вот сюда, как печатную машинку старых.
вот в эту сторону. И будем отсюда рукой вести. Да. Надо убрать все стаканы, надо убрать все, вообще все. Сейчас мы заберемся наверх. И еще раз контролируемо в этот раз скатимся вниз. На камень. Не так, вниз. Окей. Мышечку левее на стол. Теперь. Зацепили. Ой, неудобно. Все равно неудобно. Так, тихо. За что-нибудь зацепись. Ну хоть как-то борись за жизнь, пожалуйста. Не получилось, в общем. Но получится в следующий раз. Это гораздо более надежная тактика. Да хватит. Хватит на этом-то запарываться. Ну, пожалуйста. У тебя уже корона есть. Ты расслабился из-за этого, да? Потому что такой... А, я все, я достиг. То есть ты любитель полумер, да? И так нормально. Корона есть, что еще нужно? Меня признали как величайшего скалолаза. Но великие люди, запомни, не работают за награду, за признание. Великие люди работают за идею. Оп, покажи свое величие, давай. Оп. Стоп. Оп. Я промахнулся правой рукой, а левой рукой не стал цепляться. В этом была моя ошибочка. Точнее, его ошибочка. Вот сейчас уже по времени ровно час прошел, как я начал это видео. То есть, та дебильнейшая ошибка стоила мне еще плюс полчаса. И пока мы даже не продвинулись. Я не понимаю, почему так жестоко судьба со мной. Правда, говорят, тяжела корона короля. Большая ноша, я знаю, но... Сейчас ты должен доказать, что ты достоин ее. Запомни, мужик, еще одна мудрость. Важно не просто получить титул, а важно его удержать. Сегодня очень много мудрости. Так. Мы почти в цели. Есть! Хорошо! Тактика ясна. Теперь у нас больше проблем не будет. Наконец-таки продвигаемся. Я имею в виду... Я не знаю, будут ли еще проблемы. У нас наверху тоже есть немало мест щекотливых, скажем так. Но, как минимум, мы сможем вернуться, потому что знаем как. Хорошо. Значит, здесь что у нас там? Просто промахнись, урод. Благо, здесь мы не проскользнули. Зацепились. Опа. Опа. Оп. Проскользнула, тварь. Чёртова нецепкая ручка. Все, держишься. Хорошо. О. Перестань дергаться так резко. Я же медленно двигаю мышкой. Я ее медленно двигаю. Во всяком случае, мы не улетаем вниз. Ты, господи Иисусе! Ваше Величество, пожалуйста, соберитесь, сфокусируйтесь и отдавайте четкие приказы вашим рукам. Я не понимаю. Что происходит? Ты считаешь, что ты настоящий скалолаз? Ты олицетворение голого короля. Ты ни на что не годен. Это же базовая часть. Мы ее так легко проходили. Вот. Блин, надо как-то унижать его. Я понял, что его надо унижать, и только тогда он способен что-то выдать интересное. Вот так делаем. Вот он любит этот камень. Я не знаю, что-то вот ему нравится в этом камне. На что он похож? На замерзшую какашку. Вот на что он похож. А теперь смотрим позитивно. У нас есть возможность потренить медленный контролируемый спуск. Его величество еще желает развлекаться, понимаете? Так. Тихо. Пожалуйста. Оп. Опа, умница. Слушайте, все, ошибок здесь быть больше не может. Невозможно здесь зафейлиться. No! Хорошо. Все, я не дергаю мышкой быстро, поэтому не двигайся быстро. Значит, мы тут просто так вот руку вытягиваем и цепляемся, да. Да, здесь тоже ясно. А вот тут вот, как повезет, видать. Так, размах. Сюда. Отлично, все. Я нисколько не сомневался в том, что это получится у меня. Тихо. Нет. Your Majesty, пожалуйста. Не торопитесь. Я знаю, вы считаете, что вы способны на все, ваша власть безгранична. Однако, вы уже плюхнулись вниз, заставив меня, себя, потратить еще полчаса жизни.
Нет. Дичь. Вот. Very good. А, да-да-да. Да-да-да. Пожалуйста. Оп! No. Ой, отсюда-то как вернуться? Блин, ладно. А, не страшно, есть страховочные камни. Блин, перестань, пожалуйста. Оп. Oh, very good. Надо вверх. Метиться вверх. Есть! Хорошо. Ай-я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 й. Нет, не зацепился. Это обман. О! Оп. 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 Продвигаемся. Ну, продвигаемся ведь. Стоп, 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 стоп. Здесь надо аккуратно. Надо еще аккуратнее. Так, руку расслабь. Оп. Ухватился. Ухватился. Ай, молодец. Ай, молодец. Да-д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 а. Я смог вернуться. Пожалуйста. Оп! У-ху-ху! Красивое сальто, ваше величество! Мы здесь! Мы здесь! Да, детка! Снова к облакам, к звездам. Оп. Ухватились? Аккуратней. Аккуратней. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Блин. Вот, 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 есть. Так. Нет! Ой! Ой! Пожалуйста, осторожно! Осторожно! Так, на чем я там запоролся? Вот здесь я запоролся, точно. По-моему, здесь, да? Так, облака тоже скользкие. Тихо, красава, 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 красава. Еще один прогресс за сегодня. Как приятно, наверное, вам так сейчас интересно, что же там будет дальше. А мне-то как интересно. Воу, воу. Это все декорации? Это облапошенный король? Это Труман. Это как шоу Трумана. Ой, блин, страшно даже. Он все это время жил в декорациях во лжи. Как-то крипово даже, если честно. И эмбиент такой неприятно. Блин, не ожидал такого я. А вот теперь, кажется, все. Я могу ухватиться за эти буквы? Спасибо. Погодите, как мне выше-то ползти? Ой-ой-ой-ой, осторожней. А, могу. Умница. Оп. Ага. Да, спасибо Беннету Фоди за вдохновление. Мы идем выше. Король карабкаться даже. Спасибо тебе, без которого игра бы не существовала, и спасибо тебе за твои страдания. О, поверь, они были. Помни, to live is to... жизнь — это есть страдания. Выживание — это поиск смысла в страдании. Фридрих Ницше. Погодите, что? Нас вернет обратно? А теперь с ведра. Блин, мы прошли эту игру прекрасно. Это такое прекрасное чувство.
Я отстрадал свое. Ваше Величество, низкий поклон вам. Вы реально молодцы, респект. А теперь, пожалуйста, прикупите себе какую-нибудь робу королевскую. Или как это называется? Плащ, мундир, хоть что-нибудь. Но, с другой стороны, ты король, ты можешь делать все, что ты хочешь. И король приказывает вам поставить лайк, подписаться на этот канал, писать прикольный комментарий какой-нибудь. Потому что мы превысили даже чересчур, поскольку оказались обратно внизу. Считай, упали. Нет, так мы не будем думать об этом. Это была крутая игра. Надеюсь, будет таких игр побольше, потому что в них очень интересно играть. Я люблю игры, где все исключительно на геймплее завязано. И есть реальный вызов. Ну и на этом я откланяюсь. Спасибо вам всем большое. С вами был Юджин. И всем пять!